Медики Одесской области зафиксировали 215 новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе. Из них 9 детей и 11 медработников. За все время пандемии в Одесской области переболели уже почти 85 тысяч человек. Также с начала пандемии полностью выздоровели 78 033 человека, из которых 89 за последние сутки. По данным Минздрава, в нашем регионе 10 пациентов умерли от осложнений коронавируса. В Одесской облгосадминистрации заявили об уменьшении количества новых пациентов с COVID-19 в Одесской области. Это связали с локдауном и улучшением уровня медуслуг. Вместе с тем эксперты предполагают, что статистика могла измениться из-за проблем с диагностированием болезни и тестами на антиген вместо ПЦР.